Сегодня Всемирный день телевидения. Праздник относительно молодой. Отмечается 23-й год по предложению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для того, чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира на Земле. Национальное телевидение Чувашии сегодня принимало гостей, будущих телевизионщиков. Ребят, которые мечтают стать журналистами, операторами, режиссерами монтажа. Мы ответили на множество вопросов, поделились профессиональными секретами. А еще с гордостью рассказали, что с 29 ноября передача НТРК Чувашии появится в эфире федерального телеканала «Общественное телевидение России». Здравствуйте! В эфире телепрогноз на осень. На территории страны установился уверенный прием цифрового телевидения. А уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телеканалов. Они станут доступны утром и вечером на канале ОТР. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные помехи в телевещании. При возникновении любых неполадок просто зайдите в меню телевизора и перенастройте каналы. Хорошего вам телевидения в любую погоду! От 6 до 7 утром и с 18 до 19 вечером там будут показывать наши самые яркие проекты и, конечно, программу «Республика». Ведь новости – это визитная карточка солидного телеканала. Поздравляем с Днем телевидения наших коллег и телезрителей, ведь мы работаем для вас.